С такой эпичной высадки начинается каждая новая катка. А чем же она заканчивается? Заканчивается всегда по-разному. Но у меня лично сложилось суеверие. Если в начале миссии воспользоваться грязью, то жди беды. Хотя мы помним прекрасно по фильму, как эта грязь помогала главному герою быть невидимым для хищника. Я слышу какой-то звук. Стоять! Санитарный контроль! Проследуйте в пункт дезинфекции. Вход по одному. Опс. Релоуд. Какой шикарный вид снизу. Кто-то сражается на саблях. Я чувствую, матч однобоким становится. Главный саблист подбегает сзади. А вот так вот все вчетвером мы и лежим. А он добивает нас по одному. Эпично, конечно. Похоже, ставки только что выросли. Держитесь вместе, идите. Можно догадаться, что он там за стенкой делает со следующим. Помогите. Так, посмотрим. Кажется, моя очередь. Но бывает все и по-другому, конечно. В целом, противостояние 4 против 1 – это очень непростая штука для баланса. Поэтому, честно сказать, интересных матчей получается не так уж и много. Либо отряд легко убивает хищника, за которого, как правило, играют 95% нубов, либо более-менее мастеровитый хищник быстро сносит отряд, который играет неслаженно, бегает по одному. В целом, концепция такая для отряда – держаться вместе. И в таком случае у хищника практически нету шансов. Если он атакует в лоб на отряд, в котором игроки находятся близко друг к другу, он попадает под огонь сразу с четырех стволов, и все это заканчивается вот таким вот образом. Даже он встал, атаковал одного, второй, третий подбежал, добивают, все, критические повреждения. Готов. Ну, в данном случае он успел активировать бомбу. Мало игроков знает, как ее разминировать. Кстати, самому надо погуглить, разобраться. То и вы находитесь в радиусе взрыва, если не убежите. Мы видим черту на мини-карте. Здесь мне помешало здание. То вы погибаете. Кто хочет гайд по разминированию, ставьте лайк. Вот с такого меню начинается миссия. Мы видим, как подсоединились игроки, хищник, кто за какой класс играет. Как правило, класс это один у всех, штурмовики. Здесь кадры заимствованы, как вот в фильме было, музыка, Long Tall Sally. Летят крутые ребята. Открывается дверь. И по канатам мы спускаемся вниз. Какая-то деревушка. Удивительно то, что здесь горит костер. Вот он не потушен, а людей никого нет. Кстати, с огнем можно взаимодействовать. Тут я сейчас поставлю эксперимент.
Вот он, огонек. Оба-на! И мы горим. То есть, может быть, впоследствии это как-то можно использовать против хищника. А здесь вот мы зашли на базу. И я нашел пулемет. Тяжелый пулемет. Изначально доступна штурмовая винтовка. Дамаг у нее, к сожалению, не супер. Вот, у пулемета гораздо, мне показался, мощнее дамаг. Когда хищник скачет по деревьям, попасть в него практически невозможно. Он часто еще использует маскировку, как в данном случае. А, к сожалению, в данный момент все мои сокомандники куда-то убежали, и я остаюсь практически один на один с хищником, что недопустимо. Поэтому я тут принимаю решение бежать без задних ног. Вот в этот момент я отчетливо уже чувствую, что где-то он у меня сзади, где-то он следит за мной. Это как шестое чувство. И сокомандников по-прежнему нету. Куда делись, непонятно. Стараюсь идти по маячку, они должны следовать цели миссии и тоже оказаться там. Ну как-то жутковато бывает вот так одному бежать в джунглях. Сзади хищник тебя догоняет. Вот звук пошел, вот он. Главное двигаться влево, вправо, все время смещаться, так ему сложнее вас будет попасть. Когда он близко, прыгайте. Вот и сокомандники подоспели. Вдруг откуда ни возьмись появились. Ну, он зря уже напал на нас. Нас тут было трое. Ему надо было, конечно, атаковать чуть-чуть пораньше. Еще у меня тяжелый пулемет. Сейчас как в фильме. Выслеживаем его. Догоняем. Погоня. Погоня, правда, в фильме плохо чем закончилась. Это он лечится. Шприц себе, укольчик поставил. Вот он, красавец. Все-таки тяжелый пулемет дает о себе знать. Намного он мощнее хищника останавливает. Осталось только убежать из радиуса взрыва. Еще секунда, еще. И взрывной волной я уже буквально долетаю. И укольчик на всякий случай, вдруг какая зараза попала. А вот уже другая катка. Такие звуки четкие. Где-то он близко. Был только что наверху, поэтому все сосредоточили свое внимание на деревьях. Гляди, сволота! Озвучка такая, да? Вот он, красавчик, вышел. Главное прыгать вот здесь, прыгать, двигаться, двигаться и вытаскивать его на своих. Не стоять ни в коем случае, не пытаться драться с ним один на один. Прыгаем, двигаемся и лечимся. Вот пока это самая эффективная тактика. Вытаскиваем на своих, лечимся, двигаемся. И в таком случае вот так все заканчивается. И мы получаем хищника, состояние тела отличное. Нужно будет его охранять до прибытия наших сил. Силы подойдут довольно быстро, вертолет. А искусственный интеллект, который нас сейчас будет атаковать, ну, мягко говоря, он не очень мощный. Вот тоже сцена, заимствованная из фильма, как герои Шварценеггера и Уэйзера противостоят друг другу. Кто победил, мы тоже помним. Вот здесь, в данном эпизоде, я хочу показать, какие проблемы бывают в месте, где нас забирает вертолет. Атакует и искусственный интеллект, там целая толпа. И хищник тоже подбирает момент, удобный для атаки, когда мы очень заняты. И внезапно атакует. К сожалению, уже не хватает огневой мощи. И вот здесь вот на, в зоне посадки всех он нас и положил. Все-таки не так часто в играх бывают случаи, когда ты наслаждаешься собственным убийством. О, посмотрите, какой красавец.
Баланс устроен таким образом, что хищнику тянуть долго с атакой тоже нельзя. Здесь вот мы выполнили уже все задания, находимся в зоне, где нас забирает вертолет. И хищник только в самый последний момент решил атаковать. Но мы были готовы. Он сильно увлекся атакой одного игрока. Вообще, здоровья у игроков довольно много. То есть хищник при первой атаке, как правило, только ранит. Потом игрока можно поднять. Он может полечиться. У него там до двух шприцов может быть. Плюс еще со временем можно получить аптечку. В общем, как аптечка, она прокачивается и со временем выдается дополнительный комплект. Также и оружие все время становится лучше и лучше. Сначала там прицел, глушитель появляется, более мощную винтовку можно получить. На мой взгляд, гораздо легче играть за пехоту, чем за хищника. Потом следующее видео попробую вам показать, как от хищника играть. Единственная там довольно крупная проблема, это что приходится ждать от 5 до 10 минут, чтобы попасть в бой за хищника. Уж очень много желающих. За пехоту, в принципе, минуты за 2 закидывает. У некоторых ребят уже есть вот такой мощный пулемет с 6 стволами. Я пока не понял, за что его дают, там можно до него докачаться, но я сомневаюсь, что ребята уже так много наиграли. Но оно все еще в хорошем состоянии. Спасибо. Отправляем вашу оплату. Это уже другая заключительная катка на сегодня. Здесь мы увидим, как баланс влияет по оружию сильно на результат игры. Смотрите, хищник чем-то стреляет, по половине здоровья сразу вылетает. Вот, как мы видим, его рядом нету. Это оружие дистанционное. Для меня это было неожиданностью. Это первый раз я столкнулся с такой атакой. Он как бы заманил нас в ловушку. Вот сбил одного с ног, другого. Подбегаешь его подымать, а он стреляет. Стреляет, вот он стоит слева наверху. Как выяснилось, стреляет он вот такими стрелами, вот красные лежат. И тут какая-то безысходность. Мы пытаемся помочь своему, и он тут же сбивает с ног. Как мы вышли из этой ситуации, я до конца не понял. Может быть, у него стрелы кончились. Может, его кто-то с пулемета там с позиции сбил. Сейчас не время истекать кровью. Я истекаю кровью! А тут диалог героев. Не время истекать кровью, но я истекаю кровью. Смешно иногда попадает. В общем, если хищник прокачивается до вот этих стрел, если у него появляется новое оружие, копье, то против него значительно уже сложнее. Вот он двигается. Тоже грамотный хищник будет двигаться очень хаотично, менять направление. В него очень трудно будет попадать из-за этого. И явно идет в данном матче перекос по оружию. Вот он... Я его вижу, но урона значительного нанести не могу. Вот, а он очень сразу и мощно атакует копьем. Первый раз я вижу копье. У нас есть вот мощный пулемет, но как-то, к сожалению, в этой катке нам это не помогло. Он очень красиво орудует копьем хищник. И очень перемещается грамотно. Не дает нам атаковать его с четырех стволов. Ножом можно добить. А тут уже с пушки он выбил меня. Я думал, все пропало, конечно. Но, о чудо! Кто-то меня поднимает, и я снова в бою. На сегодня с меня хватит. Ну, на мой взгляд, неплохая игра, особенно для фанатов, каким являюсь и я. А можно вечерок скоротать, несколько часиков с удовольствием пролетает. Но потом, конечно, однотипные сценарии, они надоедают. Что касается выполнения самой миссии, ну, на мой взгляд, это
чрезвычайно скучно, могли придумать что-нибудь поинтереснее. Буквально все миссии сводятся к тому, что подбегаешь, нажимаешь кнопку там F, E, у кого на что стоит, и ждешь там 2 секунды, пока какая-то задача выполнится. Ну все, ни шаг влево, ни шаг вправо, а сценарий, ну, я не заметил. Ну, в любом случае, у меня самые позитивные эмоции, так что продолжаем играть, изучать игру, записывать видео. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч!